Горы, степи и овечья ферма – все это у многих ассоциируется с путешествиями по южным регионам России. Хотя ехать далеко вовсе не обязательно. Новые автомаршруты, разработанные агентством по туризму Ульяновской области, позволяют посетить интересные места в пределах нашего региона. Всего созданы 4 автомаршрута – берег истории, горы и степи, долина Волжского моря и живописный край, которые Денис Ильин презентовал на пресс-конференции. Посмотреть направление полностью можно на сайте visitulyanovsk.ru. И, конечно же, для того, чтобы люди выбирали именно такие автопутешествия, нужно их как-то ориентировать на местности и давать им карту, да, чтобы понимали, что там между той же самой Самарской областью и Ульяновской областью есть очень много достопримечательностей. Направлений пока немного, но разработанная программа предусматривает путешествия на любой вкус. Это культурно-познавательный, водный, горный и гастрономический виды туризма. Кроме того, для комфорта автолюбители, частные предприниматели строят новые заправки с развитой инфраструктурой, где можно будет дополнительно не только перекусить, но и полноценно отдохнуть. Поэтому то, что вы сможете какими услугами воспользоваться на АЗК, создаст для вас как раз комфортную, дружескую, удобную обстановку для того, чтобы посетить все прекрасные места Ульяновского региона. Также для туристов создаются автокемпинги, где можно будет остановиться на ночь. Всего в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» планируется разработка 10-15 маршрутов по Ульяновской области. Хотя сделать для развития туризма нужно еще многое, первые результаты не заставили себя ждать. По данным агентства по туризму Ульяновской области, к концу этого года ожидается прирост гостей региона примерно на 11%. Юлия Руднева, Олег Тоньшин, Улправда ТВ.